Привет, друзья! Армия Китая опубликовала кадры учений группы снайперов из 92-й бригады 73-й армии сухопутных войск Восточного командования Китая. На учениях снайперы использовали винтовки QBU-10. Китайская снайперская винтовка QBU-10 калибром 12,7 мм принята на вооружение в 2011 году. Винтовка легко разбирается на основные компоненты и может переноситься в рюкзаке. Согласно китайским источникам, кучность стрельбы винтовки около 2-3 угловых минут. Заявленная эффективная дальность стрельбы по живой силе до 1000 метров. Длина винтовки 1380 мм, ствола 780 мм. Вес винтовки без патронов 13,3 кг. Емкость магазина винтовки 5 патронов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.